нас завтра первый этап дрифт батла, в котором я принимаю участие в качестве судьи. Вот у нас звездный состав участников. Петя, Рома. У Рома уже проблемка случилась. Маленько подгорел на работе, так сказать. Гоча вот на этой пятнашке едет. Все на китайской резине, на стоп мощности. Просто как будто вернулись в 2010 год. Все вот так паровозиком катаются, куча народу. 20 заездов без остановки. Просто кайф. Вот, собственно, Борис Прытва, второй судья этого чемпионата.